11 апреля в Таллине на крыше торгового центра Т1 официально было открыто колесо обозрения. Для посетителей оно начало работать 12 числа. Цена билета 10 евро. Высота колеса над уровнем моря 120 метров. Диаметр колеса 45 метров. Общий вес его 260 тонн. 27 кабинок. Ну что ж, поехали. В кабинке был один, поэтому никто мне не мешал. Это аэропорт Таллинский. Территория бывшего завода «Двигатель». Теперь тут Юлимистоситы. Это вид на Лоснамяе. Таллинская телебашня. Это снова аэропорт, взлетная полоса. А это торговый центр Юлимисты по соседству. И железнодорожная платформа Юлимисты. Это вид на запад. А здесь раньше располагался целлюлозно-бумажный комбинат. Торговый центр Сикупили. Три торговых центра в шаговой доступности друг от друга. Один круг проехали. Всего три круга с остановками для погрузки-выгрузки пассажиров. Вот это тоже торговый центр Юлимиста, крыша. Это озеро Юлимисты. Запретная зона озера. Потому что это резервуар питьевой воды города Таллина. Петри. Ярвивана.
а это вид на центр города. Швиз-отель. Пассажирский порт. Без остановки проехали. К сожалению, стекла уже грязные. А некоторые еще конденсатом покрылись. Снова Юлия Миста Сити. Аэропорт. Петри. А это уже район Маяка. А здесь парк Паи вокруг карьера, заполненного водой. Петербургское шоссе пересекается с Тартусским шоссе. Снова железная дорога, товарная станция Юлимиста. ТЭЦ Еру на горизонте. Таллинский маяк. Улица Тулемия и Киви-Мурро, перекресток. Таллинская бухта Финского залива. На горизонте Виимси. Мне кажется, владельцам колеса нужно подумать об аренде биноклей. Улица Киви-Мурро.
получилось как-то сумбурно, потому что не знаешь, куда смотреть в первую очередь. Стоянка около торгового центра Юлимиста. Ну вот и все, путешествие закончилось. Ну вот, после поездки можно в баре посидеть. Пока.